Далее новая серия проекта «Вспоминаем вместе». К юбилею 7-го канала мы показываем главные события города, начиная с основания телекомпании 99-го года, глазами наших репортеров. В следующей серии самые запоминающиеся моменты этой недели за предыдущие 20 лет. Как Красноярск накрыла эпидемия свиного гриппа, чем сейчас занимается физик Данилов, осужденный за шпионаж, и каким журналисты запомнили Дмитрия Хворостовского, расскажет Регина Баймухаметова. В Красноярской больнице от вируса AH1N1 скончалась вторая пациентка. Мы не видели раньше столько пневмоний, так быстро протекающих, как при этом гриппе. Сутки вот просто больной уходит. Свиной грипп – главная тема в Красноярске в ноябре 2009-го. Сотни заболевших и первые жертвы – обе молодые женщины. До конца месяца в больницах умирают еще четверо. Из-за эпидемии в Красноярске отменяют массовые мероприятия, продлевают каникулы в школах и университетах. Восприимчивость населения к данному возбудителю была практически поголовная. Кто бы ни встречался, заболел в более или менее тяжелой форме. Вакцины от нового вируса нет, поэтому самым эффективным способом профилактики объявляют обычные медицинские маски. Их в Красноярске завозят самолетами, но в аптеках все тут же раскупают. Но чтобы не рыскать в поисках по аптекам, можно обойтись малой кровью. 4 слоя марли, и вы в безопасности. Я помню, что мы пытались их купить в магазинах, но мы же корреспонденты. Точно такие же люди, как все. И если, грубо говоря, всем масок не хватало, то и нам их не хватало. То есть у нас их тоже, наверное, не было. На архивных записях видно, сами журналисты, снимавшие про свиной грипп и правда, чаще оказывались без масок. Подробности той громкой истории за 9 лет забылись, признается Марат Хасанов. Свои собственные сюжеты смотрит как в первый раз. Забыл об эпидемии и город. С тех пор, как она отступила в январе 2010-го, ничего подобного в Красноярске не повторялось. Ну, все закончилось по всем статьям невиновен. Вот этот вид спорта, я считаю, наиболее приспособлен для колонии. Собираться отправиться. Ветром Сергей Камаш, 10 рублей, чтобы... Вначале оправдали, потом отправили в колонию. Дело физика Данилова называют одним из первых политических процессов путинской России. Ученого КГТУ обвинили в государственной измене за сотрудничество с Институтом физики Китая. По версии ФСБ и прокуратуры выдал секретные сведения. В 2003-м суд присяжных Валентина Данилова оправдал, но ненадолго. Физики тоже плачут, прокуратура продолжает шутить. В ноябре 2004-го дело пересмотрели, и физика взяли под стражу прямо в зале суда. На свободе журналисты встречали ученого через 8 лет. Какую информацию он выдал китайцам, осталось тайной даже для присяжных, отправивших Валентина Данилова в колонию. При этом присяжные годом раньше оправдавшие физика секретные сведения знали и посчитали, что все их можно найти в открытых источниках. В тот период времени практически в каждом регионе было возбуждено уголовное дело по 275-й государственная измена. Единственное, наверное, исключение составлял Красноярский край. Я считаю, что эта ситуация была раздута до невероятных пределов для того, чтобы вот так сказать. Отчитаться. Своей вины Валентин Данилов так и не признал. Сразу после освобождения уехал в Новосибирск. Сейчас на пенсии, консультирует компании по вопросам энергетики. Серьезно изучать ее начал за решеткой. А свое заключение называет командировкой. Если вернуть время, отмотать назад, да, вот мой любимый фильм, это «Назад в будущее». Да, вот 14 апреля 28 года. Я читаю письмо из Китая. Знаете, это будет удивительно, я бы так и повторил то, что было. Я делал все правильно, в общем-то говоря, это была интересная жизнь. В колонии Валентин Данилов стал экспертом по вопросам исполнения наказаний. Нашел новых друзей, жалеет об одном, что родственники за него переживали. Ноября 2011-го Дмитрий Хворостовский впервые выступает в БКЗ после реконструкции. Это открытая репетиция для журналистов и будущих артистов. Стены этой филармонии помнят меня еще совсем юного. Еще студентом я здесь начинал. И, конечно, для меня приятно, что филармония обновилась. Похвалил красноярскую сцену Дмитрий Хворостовский неожиданно. Ее критиковали другие артисты, первыми выступавшие в обновленной филармонии. Того же ждали от всемирно известного баритона, вспоминает Владимир Пермяков. Он тогда готовил сюжет для наших новостей. Сейчас работает на телеканале ТВ-3 в Москве. Я тогда восхитился человеком, да, то есть, который не опускается вот до каких-то там
какой-то небольшой критики, да, или пытается за счет там своего там уровня, допустим, там кого-то критиковать, да, он был очень позитивен, очень открыт. 22 ноября – годовщина смерти Дмитрия Хворостовского. Памятник ему появится недалеко от БКЗ, возле Института искусств, где учился Дмитрий. Это место выбрали его родственники. Памятник сейчас изготавливают в московской мастерской, а установить его здесь планируют в следующем году. О других событиях в городе и крае глазами наших корреспондентов расскажем в следующей серии проекта к 20-летию 7 канала через неделю. Смотрите следующую пятницу в 19:00. Регина Баймухаметова, Валерий Чащин, Константин Соловьев, 7 канал.